Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в клималочку на Серемазинку Реплей, 7-й серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня будет стричка по казино, поедем, попробуем подняться, короче, в казике. Не знаю, какое из казино работает, надеюсь, мне крашить не будет, как крашило до этого. Меня прям жестко крашило до этого, если что. Там в предыдущей серии, когда я Финку спортзала показывал. Кстати, Финка вообще спортзал, Финку вообще не несет, я не знаю, на рабу буду в год сливать. Скорее всего, я вам покидал объяву, видите, пиара, ну блин, не знаю, поможет это или нет. Можно будет в угол слить и пойти в казики поиграть. Там, если в угол слить, наверное, будет лямов 8. Скорее всего, ну не знаю, посмотрим. Продавать его, не продавать, пишите в комментариях. В принципе, продавать или нет. Давай я денег дам. Я как раз еду серию записывать по казино. Так, чувак хочет вибалку догнать. Ну, прикольно, чё. Кстати, у меня в рубе проходит конкурс на серию Мазин Плей первом, короче. И после этого конкурса будет розыгрыш на 07-м сервере, ну, то есть где сейчас снимаю, ну, вы сейчас видос смотрите, я на этом 07-м серваке будет, сука, конкурс. Блин, ну куда ты, чувак, ездишь? Ну пиздец, ты, конечно, молодец. У меня ремки нету. Это Firecar. Нет, нету. Ладно, попробуем быстро доехать сейчас, чтобы нас не посадили. Ты типа ютубер. Давайте напишем. Типа да. Блин, прикольно, что меня здесь узнают, на самом деле. Очень прикольно. Чувак спрашивает, ты бесплатно пираешь амазинг? Блять, а кто мне платить будет, вы что, ходите? Блять, реально смешно. Все думают, что, знаете, я типа за деньги здесь снимаю на амазинге. Блять, там мне в жизни никто не платил, блять. Вы что, гоните, пацаны, блин? Чтоб мне платил амазинг, вы что, гоните? Я 900 серий, кстати, многие не верят, что типа я 900 серий снял, но можете на канале сам зайти и проверить, я реально снял 900 серий по Мазингу, если чё. Поэтому, блин, да, я бесплатно пиарил Мазинг. Все правильно, дружище, все правильно, я бесплатно. То есть он думал, что я платный. Так, давайте зайдем, посмотрим, что у нас здесь. В казике вообще кто-то есть? Ну, видимо, есть. Так, кто-то играет. А кто мне писал вообще, я не помню просто. Кто мне писал, я не помню. Кактус какой-то мне писал. Ну, вот здесь... А, вот он. Он АФК стоит. Так, ну что, будем играть, не знаю. На какие ставочки будем, конечно, играть, но... Сейчас что-то придумаю. Конечно, слить тоже не хочется, мне бабки нужны на конкурс. Ну, давай на косарь сыграем. Без проблем. 10 тысяч выиграл. Нормально так, чё. В казино нельзя бабки передавать, чё. Пошли. Ну, погнали, чё. Чувак, не хочешь бабок подогнать. Поэтому как-то так. Капец, чувак не хочет бабок подогнать. Я в шоке. Это, конечно, от души, блин. Не хотелось бы, конечно, слить эти бабки. Давайте напишем спасибо. Спасибо. От души прям реально. Чувак сам не написал и решил подогнать бабок. Капец. Я просто в шоке. Лям с половиной мне скинул уже. Давайте улыбнемся. Напишем спасибо большое. Спасибо большое. Так, ну чё, погнали теперь в этот, в казик. Максим Кактус. Лол. QQ. Да, я в казино иду. Иду играть. Я в казино иду играть. Так, мадам, дайте пройти мне, пожалуйста. Не знаю, блин, попробуем подняться, конечно. Не знаю, у нас получится это или нет. Скорее всего, нет. Но может и получится. Сейчас пробуем поиграть с кем-то.
на нормальной ставочке. Ну там хотя бы по 1100, по 200. Блин, просто слить тоже не хочется бабки подписчика, какие мне подогнал. 200-300 тысяч, ого. Это серьезно уже. Еще мадам с кейсом пришла. Нормально, что, нормально. Ну блин, 200 тысяч кидать тоже как-то рискованно. Хотя можем кинуть. Не знаю. Давайте дайс 50-200 тысяч кинем. Игрока уже есть на приложении, ну ладно. Так, они там походу играют или что? Кирилл, будешь? Ну да. Сейчас я солю по-любому. Ничья. Интересно, интересно. 200-300 тысяч. Еще раз 200 тысяч кидает, и я сливаю. А не, ничья. Блин, ну это сейчас... Когда ничья, сука, можно слить нормальные бабки. Поэтому, блин, не как-то очково даже. Есть! Плюс. Заебись. Плюс 200 тысяч. Нормально. Нормально, у меня же лям 600. Неплохо, в принципе, неплохо. Так, 300 тысяч. Да не, я сейчас солью. Это слив уже пойдет, по-любому. Хотя мог выиграть, может. Ну, блин, скорее всего, слив бы. Крупные. Давайте с кем-то, не знаю, может, хотя бы на 50 тысяч сыграем с этой бабой. Дайс 83, 50 тысяч. Уже есть активная. Кирилл, сколько всего мультов? 1,6. У меня только 1,6, чуваки. Хотя банки там что-то было. Ну, грубо говоря, 1,7, можно сказать. На 200 тысяч мы уже подняли. Это уже хорошо. Опасно. Это да. Это опасно, конечно, да. Так, давайте вот этой мадам кинем на 50 тысяч, я думаю. О, выиграл. Нормально, полтинничек выиграл. Плюс 1 кака. Хм. Норм. Берешь? Кого берешь? Так, мы уже подняли 250 тысяч, грубо говоря. За 1 кака го. Кого там за 1 кака она решила брать? Мне даже стало интересно. Так, давай хули. Чего давать хули? Лям. Да не, спасибо. На лям я не буду играть, чё гонишь? На лям это сильно много. На 1200 можно сыграть. Сколько играешь? 100-200 тысяч. Давайте напишем. Ну блин, хотелось бы до 2 лямов, конечно, подняться. Но не факт, что мы поднимемся. Просто сейчас может быть жесткие сливы и все. Поэтому я хз. Так, я ему кинул 100 тысяч, и я сейчас солью. По идее, да? Отказался. Хм, ну ладно, чё. Не хочет. Видите, тут мало людей в казике. Поэтому я хз даже. Так, он сейчас откажется по-любому, да? Но он так, короче, не будет, я так понял, играть. Ну... Тогда я пас. Погнали тогда, короче, уходим с казика. Ну, смысл играть с ним на лям, блин. Ну, было бы у меня хотя бы 3 ляма, я бы еще на лям сыграл, может. А так, у меня лям 700, у меня 700 тысяч останется, я хочу еще конкурсы мутить. Поэтому... Так. Ау. А что, сколько? Что, сколько? Что она хочет? Хамаматова. Что, сколько? Я так и не понял. Стоит секс. Это не ко мне. Мне шлюхи всякие не нужны, поэтому... Извиняй. Ты не по адресу. Ну, а я поехал. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, заходите на серый жайт, на 7-й сервак, вводите моник при регистрации. И всем пока-пока.